Браво, Яна, это полет, это восторг. Я бы даже сказал, что это восторг полета. Они его ощущали, весь танец и нам передали. И понятно, почему Яна сейчас идет на первом месте в нашей таблице среди женщин. Я не хочу оценивать технику, Лена сидит рядом со мной. Но до чего же много было мотивации, энтузиазма, чувства. Прекрасно. Я вообще поздравляю Илью с таким колоссальным номером, потрясающим просто номером. Действительно, такие поддержки ультра-си я даже не у всех парников видела. И Яна выполнила вообще подкрутку, которую делает только...